Всем огромнейший привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться это чем, конечно же, заказом из компании Avon по каталогу номер 7. Кому интересует ролик, приятного вам просмотра. И давайте, конечно, покажу, с какого каталога я делал заказ. Думаю, всем известный, все мы знакомый. Это идет у нас каталог за июль месяц. Так что заказ у меня небольшой, но надеюсь, будет интересно и чем-то может и полезно. Так что не буду вас томить и давайте приступим. Что же все-таки у меня приобрели? Первое, что хочу показать, если вы помните, в предыдущем заказе я приобретал себе крем для лица из серии NU. Думаю, всем мой знакомый продукт. Он у нас идет летний, это с SPF 50. Я решил взять, попробовать, и вы знаете, я ни грамма не ошибся, потому что действительно крем очень классный. Он идет не матирующий, он обычный, белого цвета, кожу не матирует. Он просто действительно защищает от солнца. Ой, когда вы его наносите, конечно, немножко сложновато его распределить на лице, потому что он такой вот прям плотный, жирненький. Так что надо еще так хорошо постараться его разнести на лицо. Ну, это ничего страшного. Мне еще плюс то, что еще нравится с этого крема, что он действительно матирует кожу. Нету никакого жирного блина на лице. Минус один, это немножечко такой вот именно специфический здесь аромат. Мне почему-то вот ощущается аромат календулы, но это по моему нюху, вот что-то вот для меня он что-то аромат календулы, хоть тресни, не знаю почему, но что хочу сказать, что где-то, наверное, приходит 15-20 где-то минут, потом я уже этот аромат не ощущаю на себе. Хотя, может, я уже просто внюхиваюсь в этот аромат, и тогда я уже его просто не слышу. Потому что так аромат, конечно же, все равно хорошо его слышно. Мне такое бывает ощущение, что, наверное, не только я его слышу, и, наверное, еще и люди слышат, которые возле меня там, допустим, едут. Вот какое-то такое вот ощущение. Но сам действительно очень-очень классный. Также нету никаких аллергических реакций, потому что у меня кожа склонная к аллергии. Вот, и я очень переживал, чтобы не было ни раздражения, чтобы не было высыпаний и тому подобное. Ну, слава богу, все отлично, без всяких проблем. Вот, также здесь идет у нас 50 миллилитров, и также все приходит у нас запечатанное в слюду. Так что открывать не могу, потому что, понятное дело, что у меня заказали. Я тут рекламу такую вот прям сделал этого крема, потому что действительно у меня кожа такая, что что-нибудь на лицо не положишь. Так что этот крем действительно очень достойный. И, кстати, очень хорошая цена. Вот, почему бы и не приобрести. Так что клиентка останется довольна именно вот этим кремом. Я на это надеюсь, потому что действительно я остался доволен. Действительно, от солнца очень хорошо помогает. Так, следующее. Это идет у нас тоже. Хорошая была акция в этом каталоге. Если вы приобретаете что-нибудь с этого каталога, тогда вы можете приобрести по хорошей цене, если не ошибаюсь, за 250 гривен или за сколько. Честно, я уже не помню. Даже, наверное, я все-таки посмотрю в каталоге. Хочу все-таки найти подсказочку. Почему бы и нет? Почему бы не посмотреть? Главное, чтобы еще его где-то тут найти, понимаете? Ага, нашел. Кстати, видите, я все правду сказал. Эта туалетная вода стоит 250 гривен, так как я и говорил. Так что это вот идет такая вот водичка, мужская. Это у нас по названию Mesmerize Black. Я думаю, всем знакомый аромат. Во-первых, что я его приобретал, потому что, как всегда, приобретаю такие продукты на продажу. Потому что мужские воды у меня просто-напросто уходят. Потому что я вот только приобретал ароматы. У меня сейчас на продаже только остался один. Это, скажите мне, и я вам скажу. Боже, какой там был у меня аромат. Сейчас я все-таки попробую где-то найти. Ну, если найду, то будет хорошо. Не найду, тогда не найду. Ага, нашел. Это идет у нас Black Seed Touch. Если вы помните этот аромат, который я, ну, тоже приобретал по хорошим ценам. Так что еще там несколько ароматов приобретал. Так что один аромат, который у меня остался еще в продаже. А то все забрали.
Вот, так что я решил, конечно же, обновить, потому что, ну как без мужских ароматов, это ж нереально. Бо женских полно, а мужских ноль. Так что тоже, что очень хорошо, что радует, что здесь присутствует у нас 100 миллилитров, и также все у нас приходит запечатанное слюду. Так что, если вдруг что, на подарок, почему бы и нет. И еще действительно достойная, хорошая цена. Да? Что-нибудь приобретайте из каталога и получаете вот такой вот шикардосный аромат. И, во-первых, что действительно оформление здесь очень-очень красиво. Оно черного цвета, хорошее, добротное стекло. Так что флакон такой вот прям тяжеленький в руках. Так что так долго его так не подержишь. Увесистый. Вот, и давайте посмотрим, какие сюда у нас входят нотки в этот аромат. И также здесь идет у нас пряный перец, мускатный орех и кедр. Вот такие нотки в этом аромате. Что хочу сказать по поводу этого аромата. Во-первых, я думаю, если вы сразу так увидите, да, что этот аромат и сама упаковка, да, напоминает нам что? Конечно же, турецкие ароматы, да, турецкое оформление этого аромата, потому что, ну, упаковка, конечно же, интересна. Сзади такая вот выпуклость идет, именно, ну, внутренняя выпуклость такая вот. Так что сам по себе, конечно же, интересный. Что хочу сказать по поводу аромата? Аромат, конечно, неплохой. И опять же, этот аромат будет идти на любителя. Вот, допустим, я люблю, да, как всегда, восточные ароматы. Я люблю пряные, сладковатые ароматы. Вот, он действительно пряный, сладковатый аромат. И этот аромат, конечно же, больше подходит не на лето, он более подходит на холодную погоду, на зимнюю погоду, потому что он такой вот именно пряно-сладковатый, такой вот прям вечерний вариант, так что более вот на холодную погоду подойдет самый-самый раз. Я сначала думал, что может я оставлю его себе. Но на моей коже, во-первых, что может это лето, может быть, из-за этого совсем открывается по-другому аромат, но на моей коже он как-то немножко слишком тяжеловато. И я, когда вот нюхаю этот аромат, хотя я люблю сладкие ароматы, но вот этот аромат на моей коже, он слишком как-то конкретно сладко, что для меня аж прям до тошноты. Вот именно какая-то вот прям тошнотная сладость. Так что для меня это, конечно же, не мой аромат, но на зиму, я думаю, такой бы мне аромат бы подошел бы спокойно. Я думаю, на зиму было бы вау-вау-вау. Но я думаю, что это еще не вечер, еще может будет такие какие-то хорошие акции на этот аромат, но пока я решил приобрести на продажу, потому что я знаю, что у меня любители есть таких ароматов, так что мне пока в данный момент лучше продать, потому что у меня есть пока чем пользоваться, но на этом пока все. Вот, так что я очень рад, что была хорошая акция на этот аромат, потому что без акций он, конечно же, намного дороже стоит, он там 300 с чем-то, а почти до 400 гривен. А тут всего лишь за 250 гривен. Почему не приобрести именно вот такой вот аромат? Так, ну, наверное, я вам показал. А, нет. Я же, понимаете, я же хочу вам и новинки показать, потому что у меня будет много новинок. Несколько новинок, которые я еще хотел приобрести. Я их-то приобрел, но, к сожалению, нету на складе. Так что я так понимаю, что при следующем оформлении нового заказа, я думаю, то, что не дошло, то, что не было на складе, я думаю, что потом уже вкладут его в следующий мой заказ. Об этом я говорить не буду, что не было на складе. Я думаю, чтобы потом было как-то вот интересно. Если что, я потом уже вам скажу уже в следующем обзоре на заказ Avon. И давайте еще я вам покажу. И это, я не знаю, новинка это или не новинка, но мне кажется, что это все-таки не новинка. Приходит вот такая вот штукенция. Она действительно все хорошо была запечатана, прям все было запаяно. Я, конечно же, ножничками чик-чик-чик, потому что это заказывала моя подруга. Она разрешает мне открывать и показывать вам все продукты, которые она приобретает. Так что спокойно я могу открыть. Так, приходит вот в таком вот интересном чехле, потому что действительно очень такой вот прям хороший чехолчик, даже если что и в дорогу взять, почему бы и нет, так что он спокойно здесь открывается. Я думаю, вы уже сразу увидели, что это такое, да? Это идут такие вот бритвочки, которые для подбривать и бровки, да?
Вот именно делать коррекцию бровей, также еще можно здесь, я так понимаю, и подбривать и усики, также и бакенбардики. Ну, короче, все, что вы хотите, можно этими штукенциями все сделать. Так что, что очень хорошо, да, что здесь даже вот при насадке вот этой, да, здесь даже есть и расчесочка для того, чтобы прочесать и брови, да, и знать, что к чему, и какую, вот, допустим, вот так и сделаю, чтобы было видно, что лезвие, что и где, как подбривать. Вот, так что это, конечно же, очень-очень круто. Так, главное мне назад его закрыть. И также, и следующий тоже, ну, это более такой, вы знаете, покрупнее. Вот, открываем. Так, и здесь тоже вот идет такая вот штукенция. Так что я надеюсь, что подружка останется довольна, потому что я думаю, что оно должно быть острое, потому что по виду оно острое. На себе, конечно же, испробовать ничего не буду. Но надеюсь, что именно ей понравятся именно вот эти штукенции. Потому что я даже сначала удивился, думаю, боже, неужели, думаю. А хочу сказать, что да, они в каталоге там не так уж и хорошо и видно. Но я думаю, боже, прям заметила и увидела. Вот, и прям влюбилась в эти штукенции, так что я думаю, ну, как раз интересно, почему бы и нет, если вот надо, то надо. Так, ну и теперь, наверное, мы начнем, что? Это, конечно же, начнем из новинок. Какие у меня новинки? Также, большесть у меня приобретали, и также я некоторые новинки тоже приобрел на продажу. Ну, давайте я покажу то, что у меня приобрели тоже, у меня приобрела подруга. Появляется у нас новинка в каталоге номер 8 за август месяц. Это, я думаю, все мы знакомая серия Clara Skin для проблемной кожи. Это идет у нас крем для лица. Здесь присутствует у нас 50 мл. Также, что я хочу сказать, я вам тут не напоминаю, то, что все изготовитель, который я вам показываю, все у нас идет польская продукция. Вот, другой здесь продукции нет, потому что я уже все пересмотрел, перелапал, перечитал, еще чего-то. Даже вот у нас есть, допустим, вот такая вот бумажечка, которая вот, знаете, вот клеится, да, и тут можно типа перевод, да, клеится. То даже на этой бумажечке, что клеится, здесь перевод пишется на польском. Здесь нету украинского, нету российского, здесь никакого перевода нет, кроме польского. Так что я же говорю, что все, что тоже клеится такими бумажечками, идет именно Польша. Так что вот такой вот идет у нас кремик сам по себе. И вроде кажется такой маленький миниатюрный кремик, но здесь все равно идет у нас 50 миллилитров. Так что я надеюсь, что останутся довольны. Также он открывается. И сам по себе он идет такого, даже на колпачке будет видно, да, такой идет именно белого цвета. И по поводу аромата. Вот именно все вот ароматы, вот именно пахнут действительно Clara Skin, именно всей этой серии. Так что я надеюсь, что останутся в восторге. Так, главное мне закрыть. Вот, а то, знаете, открыл, открыл, а закрыть не закрою. Как-то слабенько здесь крышка. О, надо просто посильнее так, чтобы, знаете, чтобы аж защелкнулась. Потому что если вы легенько будете закрывать, она плотно не закроется. Так что надо так хорошо, чтобы прям аж клацнуло. Так что я же говорю, что надеюсь, что подойдут и эти продукты останутся в восторге. Потому что я что-то вот Clara Skin не приобретаю. Я еще, наверное, Clara Skin пользовался, когда еще в школу ходил. Вот. А потом как-то вот... Вот начинается у меня тут солнышко, ну, свет, да, у меня начинается уже мушкара какая-то, окна открыты. Так что из-за этого получается так, что в молодости, в юности, надо сказать, оно что-то помогало. Потом, когда уже я школу закончил, вспомнил я про эти серии, знаю, что они хорошие, мне были
нравились, и подходила. Ну, потом уже где-то вот мне было 25-26 лет, когда я попробовал снова такие продукты, но, к сожалению, они мне уже не подходили, потому что все равно не было того результата, какими я продуктами пользовался от проблемной кожи. Так что, ну, как-то вот у меня такого вот какого-то желания нет вот приобретать даже новинки, даже что это изготовитель Польша, все равно как-то вот у меня нет желания приобретать и такие вот продукты для проблемной кожи. Я всегда стараюсь где-то что-то искать, потому что и вот я недавно так немножко отойду от темы. Так как вы знаете, что я любитель Джума, я часто там много чего приобретаю, не только как для себя, также и на продажу много чего приобретаю. И этот раз вот мне захотелось там приобрести, опять же, тоже такой идет антиакне, такой аппликатор 15 миллилитров от проблемной кожи, да, только чисто вот мазать прыщики с экстрактом манго. Вот мне очень захотелось это попробовать, хорошая была цена, так что вот жду этот крем. Конечно же, я потом вам покажу его тоже в обзоре, этот крем, так что я надеюсь, что он мне подойдет и буду пользоваться с огромным удовольствием, и буду потом постоянно его приобретать, я на это надеюсь. Так что для меня клэроскины как-то вот уже как-то не то, это уже пройденный и прошлый этап моей жизни. Ну и поехали дальше. Следующая новинка, которую я хочу вам показать, также это идет у нас новинка следующего каталога. Это, конечно же, новинка 8 за август месяц. Это идет у нас мужской. Тут просто, я не знаю, тут пишется 3 в 1, но вообще это, как по мне, это идет 2 в 1, а не 3 в 1, потому что это идет у нас как гель для душа и также идет как шампунь для волос. А что 3 в 1, я не могу понять. Я даже вот и смотрел в каталоге новом, да, потому что в каталоге номер 7 его нету, только в каталоге номер 6. Ну, я говорю, в каталоге номер 8, что-то я уже с каталогом 6 уже, наверное, заскучал за каталогом номер 6. Так, просто мне вот очень интересно, ну, я не знаю, почему 3 пишется 3 в 1, потому что здесь, ну, не может быть 3 в 1, потому что здесь идет всего лишь шампунь и гель для душа. Все. Как здесь может быть 3 в 1, прям для меня загадка. Я даже, когда вот я посмотрел, я просто удивился, потому что здесь, опять же, перевода нашего нету, ни гугун, ни мунгун. Вот, так, нашел я наконец-то. Так, здесь у нас идет, вообще, это идет у нас энергия леса, название этой продукции. Здесь у нас присутствует 500 миллилитров, такая большая банка, и я думаю, что хватит на очень-очень долго. Но и здесь, когда вот я смотрю, и тут тоже я вижу, что пишется 3 в 1 на упаковке, да, но в каталоге вообще не пишется. В каталоге только пишется шампунь и гель для душа. А что 3 в 1? Я так и не понимаю, что тут 3. Что тут третье? Что тут дано третье? Может, подмывалка? Это третье. Я не знаю. Или рот полоскать третий. Короче, тут даже не пишется. И что может быть третье? Или это третье, то, что придает объем волосам. Вот загадка цивилизации, понимаете? Потому что я не могу понять, что почему 3 в 1, а не 2 в 1. Такое что-то. Так, ну и давайте все-таки посмотрим на этот продукт. Во-первых, когда мы вот посмотрим, да, и здесь идет такое вот именно не жидкая, не сильно плотная консистенция, а здесь идет у нас средняя консистенция. Так что на лето я считаю, что вот именно такие вот гелевые продукты подойдут просто-напросто в самый-самый раз. Также давайте понюхаем здесь аромат. Я немножко так постучу, чтобы она это все сбежала. Вот, сейчас мы открутим. Сейчас мы понюхаем здесь аромат. Вот. Ну, сам по себе он тоже, если будет видно, зеленого цвета. И аромат. Вот вы знаете, в жизни аромат здесь вкуснее намного, чем в каталоге. В каталоге мне аромат не понравился. Слишком какой-то такой вот именно зеленый, типичный мужской аромат. А вот здесь, а в жизни он какой-то такой прям даже унисекс. Здесь присутствует и зелень, и здесь присутствует какая-то пряность, какая-то немножко сладость.
Ну, такой вот именно освежающий, приятный аромат. Ну, такой вот прям какой-то зелено-свеже-сладковатый аромат, но очень приятный, ненавязчивый. Я не знаю, конечно же, как он будет открываться при использовании, какой там будет аромат, но с бутылки очень вкусно, кстати, приятно пахнет этот аромат. Вообще просто. Ну и баночка такая, я же хочу, что хватит этого продукта, ого-го, надолго. Тут достаточно немножко, чтобы распределить, потому что то, что я пробовал именно из польской продукции, да, именно серия Senses, да, то там действительно, что у них консистенция средней плотности, и там достаточно немножко, чтобы хорошо она пенилась, и хорошо вымывалась, хорошо смывается и все подобное. Потому что я думаю, что это тоже такой будет продукт, как и все остальные, которые я пробовал, изготовитель Польши. Потому что об этом, понятное дело, продукте я ничего сказать не могу, потому что это новинка. Как я могу что-то сказать, правда же? Вот и я об этом. Ну и давайте поехали дальше. Также появляется у меня новинка. Это у меня заказали. Тоже это у меня уже кума заказала. И эта новинка у нас также будет в каталоге номер 8. Вот, потому что в каталоге номер 7 нет. Я знаю, что уже всем известный этот аромат, потому что уже у многих у кого-то есть в каталоге номер 6, если не ошибаюсь, да? И нет, в каталоге номер 7 появился этот аромат. У нас только он появится в каталоге номер 8. Это идет у нас, думаю, всем известный женский аромат Summer White Гавайи. Вот, я думаю, много о нем говорить не надо. Оно приходит у нас без слюды, вот в такой просто обычной коробочке. Но, как всегда, у них оформление одинаковое всех этих ароматов. Здесь у нас присутствует, сколько у нас здесь присутствует? 50 миллилитров. И что хочу сказать, что у меня кума очень любит именно вот эту серию. У нее почти, как говорится, вся эта есть серия. И когда, конечно же, она увидела фокус, она сразу же захотела этот аромат. Ну как же не приобрести этот аромат? Также он приходит, и вот видно, что он приходит не так уж прям налитый полный, да, он приходит вот именно вот в таком, потому что я всего лишь разок брызнул, так что тут не может прям так за один разок вот сколько остаться. Сколько он по сам по себе и приходит. И плюс он действительно был не использован, потому что была прокачка. Не сразу оно прыскало, надо было прокачать, чтобы оно распределилось. Так что вот в таком формате его наливают. Так что здесь никакого брака, ничего такого не присутствует. Так, ну и давайте, наверное, все-таки сначала мы поговорим о нотах, а потом я скажу свое мнение по поводу этого аромата. Так, здесь у нас в нотки входит и кокосовая вода, так, цветы, франжепани, и также идет у нас дрейфующая деревина. Ну, мне интересно, что это за древесина такая дрейфующая. Прям интересно, прям заинтриговали. Так, ну что хочу сказать по поводу этого аромата. Также, что я вернусь обратно, вот Mesmerize, мужской аромат, он стойкий аромат. Также, вроде этот аромат тоже не из дорогих, но он тоже стойкий, потому что я помню, я получил этот заказ утром, и целый день я этот аромат ощущал. Так что стойкость здесь действительно хорошая. Также, что хочу сказать по поводу этого аромата. Мне, кстати, этот аромат понравился. Почему мне понравился этот аромат? Потому что, наверное, я люблю аромат кокоса, что ли. Потому что действительно в этом аромате вот есть, ощущается аромат кокоса. Конечно же, тут присутствуют и цветы, присутствует такая вот и сладость, и плюс вот ощущается еще аромат кокоса. И все вместе оно смешано. И очень такой вот именно приятный, какой-то вот даже такой вот прям интересный, летний такой вот именно аромат. Так что мне аромат этот понравился. Я, допустим, остался в восторге, потому что все равно здесь есть изюминка. Он
не похож на все ароматы, которые идут с этой серии, потому что, наверное, не похож из-за того, что все-таки присутствует нота кокоса. Потому что если бы не присутствовала нота кокоса, наверное, он был бы для меня просто типичный женский аромат с этой серии. А так нет, у него все-таки изюминка присутствует. И на коже тоже постоянно ощущается аромат кокоса. Так что, ну, это мой нюх, я это ощущаю, и на моей коже он так открывается. Так что сам по себе аромат очень хороший. Так что я знаю, что Кума останется в восторге, потому что у нас с ароматами совпадение. Вот. Если мне этот аромат нравится, то ей тоже 100% этот аромат понравится. Так что я знаю, что ей он подойдет, и она останется в восторге. Так, ну и поехали дальше. Также идет у нас новинка, только эта новинка идет у нас из каталога номер 7. Но опять я же об этом говорю, да, что если есть хорошая цена, еще есть и новинка, как бы не приобрести, опять же, мужскую туалетную воду на продажу. Я думаю, если вы помните, вы слышали и видели, когда я делал обзор на каталог номер 7, и там у нас была новиночка. Это, конечно же, мужской воды Wild Country Rouge. Я думаю, все мы знакомый уже аромат. Приходит вот в такой вот коробочке. И также он приходит не запечатанный в слюду, вот приходит в таком вот макаре. Также здесь у нас присутствует 75 миллилитров в этом аромате. И давайте, наверное, где-то я вот так положу. Это я где-то так тоже поставлю, чтобы сильно так не мешал. И, конечно, покажу вам флакон. Ну, я думаю, всем известный флакон, только здесь идет уже у нас такой вот именно красного цвета. Вот. Он не коньячного, может и камера передает коньячный цвет, но нет. Он идет конкретно вот и красный-красный цвет. Очень интересный такой вот, прям, если вот посмотреть, ну, красный. Так, что хочу я вам сказать, что, если вы помните, я вам говорил, что на страничке мне этот аромат понравился, я просто остался в восторге от этого аромата. Но в жизни этот аромат тоже приятный, но опять не мой аромат. Почему? Потому что он тоже, этот аромат более тоже подходит на холодную погоду, на летнюю погоду он не подходит. И также он идет и пряно, немножко сладковатый, но больше присутствует древесины. Вот именно действительно древесина прям перебивает мне все. Вот на моей коже просто вот типичный древесный мужской аромат. Понятное дело, что это не мое пальто. Так что, с одной стороны, это очень хорошо, так что это тоже пойдет на продажу. И знаю, что у меня любители тоже такие ароматы. Вот, так что я знаю, что его заберут. И давайте, конечно же, я тут рассказал уже свое мнение по поводу этого аромата. Ну и теперь посмотрим, так, какие здесь нотки. Здесь идет у нас и черный перец, лаванда. И также древесина кедра. Вот именно вот эта, наверное, древесина кедры, вот именно ее вот очень сильно ощущается. Потому что, понятное дело, что лаванды я, слава богу, не слышу. Вот. Черного перца, вот я же говорю, что есть, присутствует пряность. Вот присутствует пряность, какая-то немножко сладковатость, немножко какая-то терпкость, да. Вот, ну вот древесина просто прет по полной программе. Так что я же говорю, для меня он просто как-то вот обычный типичный мужской аромат. И действительно он больше подходит на холодную погоду. Потому что на летнюю погоду, мне кажется, что можно удушиться этим ароматом. Так что вот так. Ну, как всегда, флаконы у них интересные, как под коньячок. Почему бы и нет? Но оформление у них всегда суперское. И также очень массивное стекло. Вот толстое стекло и тоже такое вот прям увесистое стекло. Так что тут еще ого-го. И последнее, что хочу показать вам из новинки, только это уже у нас будет новинка из каталога. А ну сейчас я проверю, потому что я могу обмануть. Или из каталога. Мне кажется, что эта новинка все-таки будет из каталога номер 8. Ну не из каталога номер 7. Сейчас я посмотрю, чтобы вас не обмануть и потом еще чего-то не придумать какие-то сказки на ночь. Все-таки я угадал. Это у нас идет новинка с каталога номер 8. И, как всегда, конечно же, что же это может из новинки быть? Это, конечно же, опять же, идет у нас туалетная мужская
вода. Как же без этого? Тоже была там очень хорошая цена, если брать по фокусу, потому что в каталоге она стоит 350 гривен. Так что, а по фокусу на 100 гривен дешевле. То почему бы, конечно же, не приобрести по фокусу? Это аромат идет у нас из всем знакомой серии Black Seed Secret. Я думаю, все мы уже знакомы, эта серия этих ароматов, правда же? И давайте посмотрим нотки. Здесь, как всегда, присутствует у нас 75 миллилитров. Также вот этот аромат у нас приходит запечатанный в слюду. Так что, если что, можно спокойно тоже, как я говорю, дарить на подарки. Почему бы и нет. И покажу флакон. Ну, флакон, как всей серии Black Seed. Я думаю, все вы знаете этот флакон. Только здесь идет именно вот синего цвета. Я не знаю, просто камера не передает. Но он идет такой вот именно прям синий. Синего цвета. Вот именно как вот идет у нас на страничке синего цвета, так он и идет и в жизни. Он тоже идет у нас синего цвета. Просто я же говорю, как камера что-то вот так сильно не передает синего цвета. Но он синего цвета. И давайте посмотрим, какие здесь у нас присутствуют нотки. Так, а нотки, надо главное тут зрение настроить. Так, здесь у нас идет красное яблоко. И также, боже, какая-то тонкулактони. Вот название, конечно, замшевый аккорд. Короче, вот такое вот прям название, что можно сломать язык. Вот. Ну, вообще, это классно, потому что я люблю в ароматах, когда и присутствует красное яблоко, хотя я не люблю яблок, да, ну, я ем яблоко, конечно же, определенный сорт, но как-то вот я, бывает, что не очень любитель, когда очень слишком ощущается аромат яблока красного. Вот. Ну, я всегда любитель, чтобы был больше ощущался аромат кожи или замша и тому подобное. Что хочу сказать по поводу этого аромата? Этот аромат, вот он чем-то все-таки напоминает самый первый аромат, да, именно Black Seed Touch. Но здесь идет более свежее аромат, и здесь более идет такой вот именно морской аромат, потому что, понятное дело, что синяя упаковка, она больше идет для такого синего. Ну, что сказать, ну, аромат, конечно же, не такой вот прям мой. Вот, опять же, для меня он какой-то типичный, ничего такого сверхъестественного нету. Есть, конечно же, какая-то вот такая нотка, но я не ощущаю ни красного яблока, не ощущаю замши. Ну, как-то он такой вот прям пряно, но он тяжеловатый, и мне кажется, что на летнюю погоду он тоже будет тяжелый. Все-таки этот аромат хоть и синего цвета, более такой свежий, но все-таки он подходит на холодную зимнюю погоду. И также очень стойкий аромат. Так что я же говорю, тоже и уезжает на продажу, потому что это тоже, опять же, не мой аромат. Для меня он просто обычный, типичный аромат мужской. Тоже не впечатлил, но есть у меня люди, которые любят этот аромат. Так что все, мои хорошие, вот такой был у меня небольшой заказ с компании Avon по 7-му каталогу. Надеюсь, было интересно, может быть и полезно. И как всегда, до новых встреч. Всем пока-пока.